Предлагаю попробовать теплый осенний суп из красавицы тыквы с моцареллой. Этот суп густой, ароматный, сытный. А щепотка другая карри добавит ему интересных ноток. Смотрите рецепт. Итак, рассказываю, как приготовить тыквенный суп с моцареллой. Сначала нужно отварить мясо для бульона, я обычно для таких супов использую курочку. В готовый горячий бульон закладывайте картофель, рис, обжаренные овощи и варите со специями и чесноком до готовности. Пюрируйте горячий суп погружным блендером. Подавайте с моцареллой и зеленью, будет это веточки для красоты или измельченная зелень решать вам. Удачи! 1. Подготовьте продукты. Куриный бульон поставьте на огонь, доведите до кипения. 2. Очистите лук и морковь. Порежьте не очень крупно, обжарьте на масле до появления золотистого цвета. 3. Очистите картофель, порежьте кусочками. Положите его в бульон, туда же отправьте промытый и перебранный рис. Варите. 4. Тыкву очистите от кожуры и семян, срежьте внутренний волокнистый край. Порежьте тыкву кусочками. 5. К обжаренным овощам положите тыкву и обжарьте все вместе пару минут. В конце жарки положите чеснок, можно целый. 6. Положите зажарку в суп, карри, соль. Варите до готовности всех продуктов, это не более 20 минут. 7. Готовый суп пюрируйте погружным блендером. 8. Разлейте суп по тарелкам, положите моцареллу, зелень и зовите всех обедать. Приятного!